Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере Black Dragon. Мы опять же продолжаем дарить подарки, я уже заколебался, если честно. Много игроков, я не знаю, где кто живет и, в принципе, кто где живет. Вот, тут чей-то дом, я представления не имею, живет ли тут кто-то, но то, что я увидел на карте, я сюда прилетел. Ну, в принципе, тут фосил машина, тут печки, вот эти все штуки, значит, тут может кто-то и живет. Хрен его знает, что это за регион. Но суть в том, что туда приконов нету. Но не может вот там, на втором этаже, да, так как там есть лестница. Я не имею представления, дорогие друзья. Не буду я пока что вот тут ничего никому дарить, так как тут может просто-напросто никто и не жить. А вот это нам не нужно. Подарите, а никто тут не будет жить. Так что давайте мы полетим. Хрен его знает. Вот, там еще чей-то дом есть. Хрен его знает тоже кого. Я вообще не имею представления, кто где живет. Вот, те дома, что я знал, вот я туда слетал. Больше я не знаю. Может, кто-то и под землей живет. Может, вообще кто-то нигде не живет. А на спауне там, да, тусуется всегда. Ну, вот тут чей-то дом, если тут зачаровально, значит, тут 100% кто-то живет. Если бы не жил, то перенес бы. Тут у нас срубленный тростник, значит, его недавно собрали. Ох, какие нахрен детективы, да? Значит, тут кто-то, может, и живет. Сумамит, вот, живет, если тут его территория. Он мне подарил подарок, так что давайте и мы ему подарим. Ну, только не до... Твою мать. Слушай, ты бы еще пол карты забронировал. Да ну нахрен. И что, тут ему дарить подарок? Во. Значит, уже ближе можно. Вот, отлично. Так, что бы ему подарить? Давайте световой камень ему подарим. Одно вот это, одно вот это. Мунстон. Изумрудика. Алмазика. Шерсти немножечко. Нет. Не вижу смысла дарить столько изумрудов, так как за изумруды почти тут ни хрена и купить нельзя. Пускай будет так. Давайте. Нет, давайте. Да как твою... А, вот что я еще забыл. Смодифи. Вот, отлично. Ну. Ты что, издеваешься? А чё все за секунду повыходили с игры? Как я понял, наверное, что-то сервером, да, меня сейчас выкинет. Да. Так как даже блок не ломается. Вот твою мать. Ладно. Итак, дорогие друзья, чё-то сервер вырубился, не знаю, вот сейчас рубился, когда я, ну вот там дарил подарок, да, вот там, то, в принципе, когда я зашел, подарка уже не было, то бишь уже кто-то его забрал. Ну, в принципе, забрал так забрал, я поставил табличку, потому что я не успел поставить табличку до того, как вырубился сервер, поэтому если сейчас увидит, то увидит, что кто ему подарил подарок. Так что, в принципе, дорогие друзья,
Где я знаю, что есть чей-то дом, то я подарил. Больше я не знаю, где чей дом. То, что я знал, что вот там чей-то дом, там кто-то живет. Вот, кстати, еще один дом. Ага. Я его даже не видел, что там кто-то есть. Тут я точно не был, да? Я вот был вот тут, я был вот тут, тут я еще не был. Ага. Вот это, наверное, единственный дом остался, где кто-то еще живет. Больше я не имею никакого представления, где еще кто-то может жить. Поэтому полетим мы туда. Ну вот тут еще дом есть, да, возле моего дома. Вот, вот он тут. Ну, у него, короче, там все запривачено. Я даже не знаю, где что подарить. Вот сервер. Чё за х... Чё за... Чё это было вообще? Лаги. Давайте чуть-чуть вы перестанете бушевать. Хорошо, что хоть вещи никуда-то не улетели. Во жопа. Самое главное, все вроде вот тут, да? То бишь, больше ничего не улетело. Вот это баг был. Вроде все на месте. Вот две иконки пустые, но не знаю. Может, там ничего не было. Во-во-во-во, глючит жесть. Капут. Ладно, летим мы туда, где у нас еще виднеется чей-то дом, но я представления не имею, чей. Сейчас мы туда полетим. В улаги, вот это жесть. Не знаю, почему так глючит. Именно сервер глючит. Капут. Ладно, давайте вот этот еще подарок сейчас подарим. Кому там еще мы не подарили. Вот этому дому еще тоже не подарили, но я не имею представления, живет там кто-то или нет. Но глючит вообще не по-детски. Смотрите, как Черизарда плющит. О, я даже направление не меняю, просто лечу правильно. То он дергается, то он в сторону начинает лететь. Его капут. Но вот этот дом, где я подарил подарок. Сейчас чуть-чуть дальше. Ух ты! Только не говорите, что возле меня. Нет. Не думаю, что возле меня, так как я был ближе к горам, а не к... Ну, вы поняли. А может и мой. Вот тут, в принципе, равнина. Может просто... Ну, давайте пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Ну вот лаги, ну просто нереальные лаги. Нереальные. Чё-то сервер долбасит опять этот звук. О, там покемон босс какой-то. Сервер долбасит вообще, сдуреть можно как. Он уже, короче, раз за два просто вырубался. Не знаю почему. Ну, о, опять Черизард. Я не думаю, что возле меня он заспавнился, так как я был... А, я, в принципе, уже пролетел зону равнины и уже был вот тут, в горах. Поэтому я не думаю, что он возле меня заспавнится. Вот там Синдаквил. Ну, давайте полетим туда. Вот с этими лагами я не знаю, как я... Во, опять, смотри, во. Что за хрень? Харе уже!
Вот, что это за хрень? Я ничего даже не нажимаю. Вот, я убрал руки с мышки, с клавиатуры. Вздуреть можно его плющит. О, я сомневаюсь, что мы долетим. У меня одного так глючит. Пишут, что есть лаги и нет лагов. Другие пишут, что нереальные лаги. Вот, чей-то дом. Чей интерес. Опять. Да чё ты лагучий? Вот. Чей-то подарок. Ага, значит тут кто-то живет. Сейчас посмотрим, что там есть внутри. Я не думаю, что там кто-то живет. Одна хилка, больше ни хрена. Хоум-хоум. Название супер. Я не думаю, что там кто-то живет. Хотя сундуков тут я вижу до хрена. И печек, да, до хрена. И хилка. Верстаков я не вижу. Хотя вот там один верстак. А приконов я не вижу. О, вот они, хрена себе у него тут. Есть априкон, есть, вот они. Ладно, давайте тогда сделаем подарочек. Как раз 6 подарков вышло вроде. Влаги. Хотя... Как я подарю подарок, если я даже не знаю, кто тут живет? А если я не знаю, кто тут живет, так и как я заприватчу, как я заприватчу сундук? Ну, в принципе, если он придет, то увидит. Я не думаю, что тут будет много кто ходить. Вот такой дальней территории, можно сказать. Вот так, это все выдарим, чтобы тут не валялось. Вот так, так, так. Так, 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 так. Лаги, ну смотрите, какие лаги. Реальные. Твою мать. Нереальные лаги, мне кажется. Ну, пускай будет так, прикольно получилось. Ну да, пускай будет. Я не знаю, кто тут живет вообще. Все отлично, дорогие друзья. Я подарил подарки всем, кто знает, что где-то живет, где чей-то дом, как вы заметили. Да ты охренел. Фу. Лагающий нереально сервер или... А как мне теперь вот этот... Я не хочу, чтобы оно мне тут при входе стояло, и чтобы я каждый раз обходил его. Не, сервер лагает жестоко. Я не знаю, что там кто делает с сервером. Суть в том, что задержки приблизительно 5 секунд. Приблизительно. Я вызвал через Арда, он вызвался где-то через пару секунд. Посмотрите, как его плющит. Смотрите. Что это такое? Я лечу прямо. Его кувыркает во все стороны, которые только могут быть.
Ну, а если бы я слез с Черезарда, то уже бы умер, наверное, 100%. Тут запривачен. Я не знаю, где я ему что подарю. У него, короче, все тут запривачено, что только возможно. А там у него запривачено, хотя хрен его знает, увидит ли он там. Нет, вот тут не запривачено. А, твою мать, я сундук не взял. Два верстака мне создалось. Интересно, нахрена? Не знаю, увидит ли он тут. Будем надеяться. Я вообще не знаю, какой у него ник. Я не представляю, какой у него ник. Хрен его знает, честное слово. Не знаю. Не знаю, какой у него ник. Как узнать? Никак. Короче, опять что-то сервер приплющился, опять что-то выкинуло. Забодал себя, короче, уже, дорогие друзья. Давайте на этом закончим. В принципе, вот этот подарок, что тут кто-то живет, я, наверное, потом подарю, так как я не помню его ника. Он зайдет в игру, я посмотрю, какой у него ник. в принципе, да, дорогие друзья, потом я подарю ему, так как действительно не знаю, какой у него ник. Ну, знаю, какой ник, но я не помню, как он пишется, и не помню полностью его ник. Вот, Чермилион. Ну, твою мать. Так что потом я ему подарю. В принципе, на этом можно закончить. На этом действительно можно закончить эту серию. Раздарили мы подарки, кому смогли. Тому, где знаем, где что кто-то живет. Не, вот это уже действительно бесит. Значит, я понимаю, что сегодня я не поиграю тут, потому что лаги ну просто жуткие. Потом, наверное, в следующих эпизодах мы подарим, ну какие нафиг подарим, мы сделаем чё за хрень была, объясните мне. Короче, потом посмотрим, что будет в следующих эпизодах, потому что сейчас, ну, просто такие лаги, что просто нереально что-то сделать. Поэтому, дорогие друзья, давайте на этом сразу же закончим сейчас. Всем спасибо за просмотр. Всем ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.